В Белгороде в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошел финал региональной олимпиады «Знаток православной культуры 2018». Встретились четыре команды – школьники из Алексеевки, Яковлевского района, Старого Оскола и Белгорода. Для участников подготовили своего рода брейн-ринг. Вопрос для всех, минуты на обсуждение, отвечает первый, поднявший руку. Этот храм является символом русского зодчества. Был построен князем Андреем Боголюбским после кончины любимого сына Изяслава. Этот храм покровный Нижний. Совершенно верно. Тематика вопросов разнообразная. В подготовке олимпиады участвовали как священнослужители, так и педагоги изобразительного искусства, литераторы, историки. Интерес к этому чемпионату у каждого участника свой. Мое участие расширяет мой кругозор. И я считаю, что это будет очень полезно для будущего поступления. Я хотела быть художником с самых ранних лет. Хочу стать иконописцем. И поэтому у меня к этому лежит душа. Победителем стала православная гимназия № 38 Старого Оскола.